Ми на Інгульській шахті. Це найбільше підприємство в Україні, яке видобуває уранову руду. Нам стало цікаво, як підприємство працює зараз, і про це сьогодні ми поговоримо з виконуючим обов'язки директора підприємства Інгульської шахти Валерій Євдокимов. Розкажіть, будь ласка, як працює нині Інгульська шахта і скільки працівників нині задіяно в роботі? На дане время Інгульська шахта с 24 февраля этого года находится в простое. На начало боевых действий у нас насчитывалось 876 человек рабочего персонала. Это подземный поверхностный комплекс. После военного введения военного стана на сегодняшний день осталось 771 человек. В том числе 201 человек признанных в ряды вооруженных сил Украины, которые защищают нашу землю, защищают наше государство, людей. Як цей простій відображається на зарплатах цих працівників? Значить, очень тяжело. Кратко, если понять, очень тяжело. Если говорить более точно рассказать, то за 8 месяцев введения боевых действий мы получили всего 2 раза заработную плату. Нам выплатили зарплату в полном объеме за апрель месяц. И вот это самое мы получили зарплату в полном объеме за май месяц. Плюс там какая-то компенсация за то, что за задержка, согласно это буквы закона. А рівень заборгованості зараз? Рівень заборгованості в связи з тим, що шахта знаходиться в простої, ну, це не значить, що повна остановка шахти, тобто шахта підтримується в житті обеспечення. Відбувається відкачка вод, там дивляться за оборудованням, механізмами, щоб вони були в робочому стані. А що треба зробити для того, щоб шахта відновила свою діяльність в повній мірі, всі вийшли на роботу і почали видобувати? Ну, прежде всього, як і любое предприятие, которое сейчас остановлено, это нужно прежде всего финансирование. Почему это финансирование, я это говорю? Потому что без финансов, во-первых, мы не приобретем, не получим материалы, не получим запчасти к горно-шахтному оборудованию, нечем будет добывать нашу продукцию. Наша продукция, в конечном итоге, это наши деньги. И немаловажный вопрос еще заключается в том, что заборгованность по шахте на данное время составляет 47,1 миллиона гривен. Это есть, по заработных платах? Это, нет, это 47 миллионов, это включает в себе все социальные выплаты, налоги, значит, заработная плата, плюс это расчет с уволившимися людьми. Очень много за этот период уволилось людей. 200 человек у нас пошли служить. Что такое 200 человек для этого предприятия? Вот я могу сказать, к примеру, одного участка основного, который занимается непосредственно добычей. Из 23 человек осталось 3 человека. Остальные все это самое ВСУ. Ми неодноразово знімали про протести шахтарів і висвітлювали позицію шахти, і все зводилося до того, що передавали якісь листи на президента України, на Верховну Раду України, на Кабінет міністрів. Чи є зараз якась реакція від влади з приводу ваших запитів до них? Непосередньо виходили на прем'єр-міністра, де ставився вопрос, ну, перший, щоб, во-первых, не разделять Восточно-горно-обогатительный комбинат на две единицы, которая будет одна единица, там Новоконстантиновская шахта, а
Інгульська, Смолинська шахта і інші підрозділення – це вторая единиця. А бути в цілому – відповідь адекватна людей. Значить, последнее, которое было, это совещание, которое проходило под эгидой Дениса Шмигаля, нашего премьер-министра, о том, что, который подтвердил и сказал, что комбинат должен быть единым целым и единым войти в состав НЭК «Энергоатома». Последние там две недели мы видим действительно, что те указивки, которые были выданы, которые легли на бумагу, они в работе. То есть мы уже реально говорим про то, что шахта может выйти с простой наиближчим часом? Давайте не будем так это категорично говорить, потому что есть это самое ступени первое, есть трудности, которые сейчас существуют, которые нужно прежде всего решить на шахте. Но я пришел на шахту, как говорится, работать, а не закрывать шахту. Я пришел на шахту постараться ее запустить. Нещодавно от в публічному просторі теж була така проблема. Звинувачували Інгульську шахту в тому, що є якісь перебої з водопостачанням. Для наших глядачів скажу, що від Інгульської шахти водопостачання отримують мешканці кількох мікрорайонів. Воду ми добуваємо Сєвріновським водозабором. Положення зараз, говорю, просто дуже тяжеле. Протяженість водогону 21 кілометр. Труба от 300 мм, 400-500 мм. За все время, ну не будем говорить все время, а будем говорить за 21 век, который начался, единственный раз, которая шахта, служба этого совместно там с предпринимателями частыми, все, поменяла 3000 погонных метров трубы, произвела замену. Остальная вся труба, которая эксплуатируется, она не заменена. Она, смотришь так по данным, 74-го года, 76-го года. Последний порыв, когда последние вот эти были собрания на Завадовке о том, что не хватает воды, вода там подается по графику, там какие-то это самое... подается ржавая вода, что шахта не обеспечивает подвоз воды. И, ну, в общем, да, я это все слышал, я это смотрел, эти передачи, я это все, конечно, воспринимаю тоже, как и любой человек, болезненно. Где-то может чуть-чуть его есть и упущение в том, что своевременно, может, шахта не доложила то, что они просят, чтобы шахта доложила, что мы хотим или что-то мы делаем, это на какой термин. Я дал уже распоряжение, люди будут получать всю информацию. Единственное, чтобы, может быть, своевременно мы получали информацию о том, что где-то происходит утечка воды. Что має вас информировать? Население? Население. А как они это могут сделать? Они могут это самое выходить на телефон это моего секретаря. Они говорят про то, что никто не отвечает, никто с ними не коммуникует. Как население может вас поинформировать? Який є, давайте позначимо конкретний номер. Я свой номер не дам, но ні, ну, я там, вам говорю, що через это самое. Нет, у меня рабочего нет номера. Ну окей, от номер это, секретаря. Из этого, раньше у нас были корпоративные номера. Так, виводите мене по колу. От в людини на Завадівці порив води, вона бачить, що там тече. За яким номером вона може звернутися? Ну, в публічному просторі, який дозволено. Або що вона має зробити? Вона просто може це саме обратитися к моєму секретарю. Можна це саме обратитися непосередньо к начальнику, який займається цими питаннями. Чи є перспектива того, що шахта відновить свою роботу, враховуючи те, що вартість цього уранового концентрату, який ви продаєте Енергоатому, не покриває його собівартості? Наши усилия, усилия всех специалистов, как шахты, так и управления комбината, в первую очередь генерального директора,
главного инженера комбината, направлены на то, чтобы шахты начали плодотворно работать. А работая плодотворно, мы, естественно, будем получать это самое деньги. Мы будем получать финансирование, которое будет идти как на производство, как на заработную плату, ну и остальные там это виды работ. Дякуємо вам за цю розмову. І я, як журналістка, дійсно хочу сподіватися, що мій наступний сюжет на Інгульській шахті буде вже про те, як триває її запуск, як вона успішно процвітає, а не про те, як працівники вимагають сплатити їм заборгованість за заробітну плату.